Так, начнем записывать видео. Это у нас Виктор Филиппов, город Улан-Удэ. Даст свой отзыв об Ройале, об использовании, эксплуатации своих автомобилей. Что можешь сказать? О данном масле что могу сказать? 4 года назад взял испробовать на пробу масло данное Ройал. Залил советский автопром. Какие изменения почувствовал? То есть у автомобиля появился накат, практически вдвойне накат появился. Расход топлива изменился так, двигатель стал ровнее работать. Ну, чувствительно, прям на русском автопроме это 100% почувствуете. Добавил его в редуктор, в коробку, в двигатель добавил. Перестала дымить машина, то есть выхлоп стал не черный, то есть... Как вам объяснить? Износ двигателя, как бы, как объяснить-то правильно? Ну, легче стало работать. Легче стало тише, работать, тише, да, тише работать, автомобиль, да. Стал работать. И чище все. Нынче, то есть в 2014 году приобрел Королу. Тоже Королла уже как бы проверенная. Первого года, первого года, да, ВДовая Королла. Двигатель 1.8. Двигатель 1.8, 1ZZ двигатель. То есть проблема была у тебя, я проблема понял, была у меня, масло подъедало. Да, масло подъедало машина. Это масло я уже знал, как бы проэкспериментировал его. Смело заказал это масло, залил в двигатель. То есть и сперва промывку я залил, как посоветовали. Промывку промыл двигатель. Добавил 250 грамм, как положено, в двигатель вместе с заменой масла залил. Проехала машина 1000 километров. Эффект получился такой. Двигатель тоже стал, соответственно, мягко работать. При разгазовке двигателя я уже не увидел черного дыма. То есть все стало стабильно, дым беленький. Соответственно, залил в коробку масло, это, в редуктор. То же самое, появился накат. Недавно у меня произошла проблема. У меня зашумел подшипник, задний ступичный подшипник. Я его разобрал. Данное масло налил в подшипник, разработал его, поставил. Буквально через 200 километров у меня ни звука, ни шума, ничего абсолютно. Ну, то есть, ребята, рекомендую это масло. Попробуйте, проверьте, факт не пожалеете. По этому, по холодному запуску, вот, допустим, что можно сказать? Что-нибудь изменилось? Вот. То, что на холодную сейчас заводишь двигатель. По холодному запуску смена я как климата. Бы смена климата, я вот этого не ощущаю, потому что у меня масло полусинтетическое идет, все равно я автомобиль подогреваю. Ну, настанут морозы, как бы. Там будет видно. Там, да? Будет видно, проверю. Ну все, спасибо. Пожалуйста.